Доброго времени суток. Давайте посмотрим, что он будет делать, если вы уйдете. Давайте глянем. Расклад общий. Приходите за личным. WhatsApp, пожалуйста, пишите. Также диагностики негатива на воске. Приходите. Чистки, защиты и обрядовая часть. Спрашивайте. Только давайте будем писать, хорошо? Звонить мне не нужно. Вы, у нас разные часовые пояса, во-первых. Во-вторых, я могу быть занята. Я трубку не беру, девочки, не возьму. Пишите. Итак, что он будет делать, если вы уйдете? Для начала давайте посмотрим, кто он. Если это ваш герой, тогда смотрите дальше. Человек движения. Причем он двигается-то к вам. Это вы, интересно? Да. Человек движения к вам, он двигается к вам. У него такое ярое желание двигаться вместе с вами. Есть некая заинтересованность эмоционально, да, человек, ну, приятно ему смотреть, говорить. Это не влюбленность, это просто такие эмоции человек, да, положительно испытывает при виде вас. Кто он сам-то? Новая жизнь. Вот он движется к этой новой жизни, я смотрю. Вот король пентаклей. Король пентаклей. Ну, должен быть, в принципе, обеспеченный мужчина. То есть материалка-то у него не должна страдать, у короля пентаклей она есть. Эгоистичный, самодостаточный, вот до кончиков вот пальцев ногтей. Это мужчина, который не будет бегать за всеми и за каждой. Свою ценность он знает. И свое место, и место людей в жизни тоже. И может указывать им место их. Если ваш кадр, то тогда давайте будем смотреть дальше. Что будет делать, если вы уйдете? Для начала, какая причина-то ухода? Почему вы решили пойти? Легкие отношения, да? Рыцарь кубков. Любовные отношения надоели, да, вам? И даже не спасает его самодостаточность и деньги. Подарки, может быть, общество, которое вам нравится, когда вы рядом с ним, да? Может быть, друзья, там, и так далее, компании. Но отношения по легкости, любовные и не иначе, да? Не переводит он в семью. Не переводит. Либо качели, потому что здесь показана императрица. Как вариант, может быть, у вас. Вы не свободны, понимаете? Но опять же, любовные отношения вас могут устраивать, но качели в этих отношениях вас не устраивают. Может быть, вы согласны на отношения любовные, но чтобы они были стабильные. А здесь все-таки, да, чаша, вода. То есть он там туда-сюда его колышет, и вас уже это, блин, задолбало, видимо. Может быть, еще такой вариант. Не устраивает. Ну, давайте посмотрим, что же он будет делать, да, если вы уйдете. Найдет другую женщину, девочки. Потому что это отшельник. Не готов он жить по правилам других. Отшельник. Ему надо, он здесь. Не надо, он пошел в пещеру. Вы, может быть, и не одна у него. Королева кубков здесь еще вышла, девочки. Поэтому, если не будет вас, будет другая женщина. Любви огромной к вам здесь не показалось. Здесь есть эмоциональная от вас, может быть, зависимость. Может быть, вы нравитесь ему, да, ну вот, нравитесь ему. Такими отношениями, какие вот сейчас между вами есть. Здесь отшельник, девочки. Отшельник и его, как сказать-то, закрытость от чувств. Отшельник и паш чаш, девочки.
его, как сказать-то, эмоционально составляющая чувственная, да, она у него на вот самой вот такой вот первой, да, стадии однёрочки, как сказать, двоечки, троечки, однёрочек нет, да, двоечки, троечки. То есть вот здесь, понимаете, здесь... Вроде бы как интерес, да, вроде бы как заинтересованность, вроде бы как какая-то там якобы такая влюбленность, да, но нет. Неготовность там выбрать одну женщину, к примеру, да, неготовность принадлежать одной женщине. Он вообще никому не принадлежит, это отшельник. А по королю Пентакли, да, еще и такой... эгоистично, довольно самодостаточный, и он не хочет ни от кого зависеть. Да, здесь человечек знает, что и как на кого влиять, что у кого можно взять. Он сразу видит по женщине, что и как будет. Понимаете? Все, и не иначе. То есть он готов быть с вами вот так, как есть, не иначе. Здесь он берет, понимаете, хозяин такой, можно сказать. Он знает, что у вас взять есть что, да, у вас есть энергия, у вас есть любовь, у вас есть много чувств, да. И он их готов брать у вас. Знает, как взять, знает, как отманипулировать, знает, как вами воспользоваться, знает, что может туда-сюда ходить. Но у него к вам довольно теплые отношения, да, вот по миру. То есть вот как бы у вас и с вами ощущение какой-то полноценности у него вообще, понимаете, как будто вот, ну, все как должно быть, вот все так. Ощущение мира, покоя. Вот с вами у него так. Но, девчонки, если вы уйдете, он найдет другую, все. Либо у него уже есть. Вы не одна. И что, он не будет даже скучать? Нет, девчонки, он пойдет дальше. У него свои цели, своя жизнь. Он движется не спеша, разбирая все под микроскопом. Да, надо, не надо. Вообще его цель по жизни – это материалка. То есть отшельник пришел воплощение в эту жизнь, да, это материальные блага. Энергию развивает, да, почти по дьяволу. Ему важно, да, вот эти пентаклики ему важнее, нежели чувства здесь, в этом, да. Поэтому, знаете, ко всем легкость, неопределенность, всех любит, всеми восхищается, да, за всеми ухаживает, но это временное, да, удовольствие. Всех оставляет, девочки, за бортом луна. Он дает иллюзию любви. Рыцарь чаш и луна, девочки, иллюзия любви, иллюзия отношений, иллюзия прекрасного, да, иллюзия вот этих вот мечтаний, страданий, метаний, да, вот это вот все. Роман, короче, такой вот, иллюзия романа, иллюзия высших отношений, потому что вы прекрасны. Вообще все женщины прекрасны. Императрица, королева кубков, девятка пентаклей. Вы все прекрасны. Понимаете? Он готов любить весь мир. Брать от вас то, что хоть. Вот такое ощущение, что он энергию берет, благополучие, да, себе подзаряжается. И идет творить свои дела. То есть материалка, девочки. Ну, вот так вот.